Всем привет, друзья! Вы на канале Salute Play, и сегодня мы решили поиграть на кошмаре на локации Camp Woodwind. Немножко покошмариться. У нас идет классный снег, в целом тихая погода, и давай посмотрим, какие у нас задания. Достичь рассудка уровнем ниже 25, сбежать от призрака и остановить его распятием. Поехали! Привет, привет, поехали! Решили из безумия вернуться на кошмар. Соскучились по проклятым предметам. Кость. Да, кость, я вижу. Кстати, посмотрим, какой предмет. А, у нас круг. Замечательно, прекрасно. Туалет. А, у нас туалет. В смысле, душевая. Ух ты, как хорошо. Опа. Ага, на две звезды получилось взаимодействие. Ты близко? Ты рядом? Сколько тебе лет? Дай мне знак. Ты старый? Ты молодой? Ты агрессивный? Ты здесь? Это моя паста любимая, кстати. Я уже в реальной жизни ее так называю, как здесь написано. Так, хорошо, проклятый предмет есть. Кость есть, мест спрятаться нет. А, вот здесь есть, все. И даже там. Вот думаю, включать вот этот, как его зовут-то, генератор или нет, задолбал шуметь. Да, он очень шумный, чересчур прямо. Так, здесь ничего такого особенного нет, распятие забрали. Так, а что я с фонарем-то бегаю? Ну, молодец, конечно. Так, и давай свечку возьму. Так, я поставлю проектор вот сюда. Вот так вот. Чтобы ориентироваться. Так, у нас пишет дневник. Так, записи в блокноте. Хорошо. МПшка двоечка. Так, где там у тебя кучка? Так, все, это фотик пустой. Так, 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 пишет дневник. Дух Полтермара, демон, Мюлинг Морой, Диагента Е, Тень Ревенант. Ага. Я сомневаюсь, то, что тень бы могла себя так вести. То есть мы только зашли, буквально в первые несколько минут услышали взаимодействие. Сомневаюсь в этом. Так, я возьму благовошки свечку. Может, костер хотя бы зажечь для приличия? Ну, пусть будет. А, говорят, уменьшили звук гитары. Очень, если что, это очень важное дополнение. Теперь звук гитары стал чуть тише. А, ставим свечки, а почему бы нет? Ты здесь? Ты близко? Ты рядом? Ты старый? Ты ребенок? Затушил. Ты молодой? Сколько тебе лет? Поговори со мной. Ты можешь говорить? Поговори со мной. Дай мне знак. Ух ты. Получится, не получится? Крутяк. Так, свечки зажгем, так лучше видно. Ходит, шампунь не трогает, смотри-ка. Шампунь Джунбай Сэмба, да? Джунбай Сэма, или как там? Скажи, перхоти что-то там. Костер вообще ламповый, классный. Что такое? Костер из крестов. Ага. Так, благовошку я взяла, задание у нас, ну,
Распятие сработало, там рассудок избежать. Стрика шаги. А ты чё фотал? Крест. Как всегда. Классика. Так, что же у нас еще может быть? Проектор. Проектор. Заел крест. Крест заел. Проектор. Да. Диагента Е, да надо же. Обалдеть. Я думаю, диагент будет. А где фотик? Ну-ка, дай-ка мне. Пойду за фонариком схожу. А, у нас остался один кадр, как раз во время атаки сфотать. Чего ты тут? А все, уже нету у нас места. Хорошо, диагент АЕ это отличные варианты. Я предлагаю, где этот крест? Вообще убрать его отсюда. Ну, я думаю, это диаген, потому что я бы либо атаковал, либо атакует. Да. Ага, нифига он не замедлился. Да, это ТАЕ. Обалдеть, вот ТАЕ. А, вот, кстати, пример ТАЕ. О, я вижу проектор. Который, когда игроки заходят на локацию, ведет себя таким образом, что выдает свое положение, защищается, пинает предметы, открывает двери и все прочее. Сань, давай сфотаем его. Ну, попробуй. Тебя с собой? Сейчас я переложу. Так, а надо свет-то врубить. А давай посидим у него еще. Давай. Вот так свет включу, чтобы видно было. То есть он вообще себя ведет очень активно. То есть то, что я видела поведение ТАЕ на сложности безумия, конечно, отличается от того ТАЕ, который сейчас на кошмаре. Это просто... А? Разница между ними конкретно видна прямо. То есть да, здесь мы зашли и активное поведение с самого начала. Саня там танец танцует какой-то. Надеюсь, то, что я сфотала. Ага, нифига. Не попала в этот, в мигание. Ого. Я понимаю, что хотела. У нас же круг призыва. Там, помнишь, какие-то были эти изменения на круге призыва с новым обновлением? Я думала что-то из этого посмотреть, но понимаешь, у нас этих нету палочек. Я не помню. Пересмотри видео на канале про обновление. Хотели повзаимодействовать с магическим кругом, наверное, это опасно, но да, действительно, в нашей ситуации это опасно, раз у нас благовония нет. И у нас-то Е, поехали. Да, все верно, это был ТАЕ, верно определили тип призрака, сделали все три задания, нашли кость, получили бонус за расследование $25. Это была сложность кошмар с наградами X4.
И за эту каточку я получила $297. В этом расследовании Тае повел себя так, как и подобается ему, то есть он начал активно защищаться, когда люди заходят на его территорию. Буквально в первые минуты расследования он выдал нам свое местоположение через взаимодействие с предметами. После этого не так долго нам пришлось ждать, пока он откусит крест. И потом мы нашли вторую улику, лазерный проектор, и у нас в журнале осталось всего два призрака, которые могут давать блокнот и проектор, это Теоген и Тае. И в первую атаку мы определили то, что призрак на нас бежит, причем не так быстро, как Диоген, и потом около игрока он не замедляется. Если он не замедляется, значит Диогена сразу мы убираем, и значит этого призрака нужно прятаться, и это Тае. То есть в этой катке нам даже не пришлось вычислять Тае по его скорости, по его старению, то есть по замедлению. Вот такой вот Тае сегодня был, хорошее быстрое расследование получилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно поддержите этот ролик лайком и комментарием. До скорой встречи в следующих расследованиях, и всем пока-пока. Пока-пока.